воскресенье в Самарской области будет облачная, с прояснениями погоды, осадки не прогнозируются, станет теплее. Температура воздуха днем минус 6, минус 8, ночью 7-9, ниже 0. В Сызрани небо в облаках, днем минус 6, ночью минус 7 градусов, ветер юго-восточный 5 метров в секунду. В Тольятти пасмурно, но без осадков. Температура воздуха днем минус 6, ночью 7 градусов ниже 0. Ветер южный 6 метров в секунду. В Самаре ясный день, без осадков. Днем 7 градусов ниже 0, ночью минус 10. Ветер юго-восточный 3 метра в секунду. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 66%. Геомагнитное поле слабо возмущенное. Прогноз погоды предоставлен независимым городским сайтом samara24.ru.